Концертный концерт детского коллектива «Звездная страна» прошел, как говорят, на ура. Больше двух десятков номеров и все разные – драматургия, костюмы и артистичный блеск в глазах. Похоже, ребята хорошо подготовились. Преодолевали трудности, лень, не все с первого раза получалось, а то и с пятого раза, но нам было интересно. Мюзик-холл «Звездная страна» существует в гимназии номер 16 уже 2 года. Под руководством опытных педагогов и малыши, которым едва исполнилось 4 года, и старшеклассники учатся петь, танцевать, а самое главное – выступать на сцене. Одни для того, чтобы во взрослой жизни стать настоящими звездами, а другие, чтобы просто порадовать друзей и родителей. Настроение у нас сегодня отличное, потому что дети выступают, они в течение года учились, набирались каких-то знаний, умений новых для них. И сегодня они показывают то, чему научились. А очень приятно смотреть на, ну, как бы на детей, на их, на то, что они созидали целый год. Смотреть выступление в зале, безусловно, большое удовольствие. Но самое интересное всегда происходит за кулисами. Здесь царит атмосфера творческого хаоса. Кто-то волнует, ждет свои минуты славы, кто-то повторяет слова и движения, а кто-то уже выступил и анализирует свой номер. Нам доставляет больше удовольствия, когда мы поем наши любимые песни. Так больше отдаемся сцене, общаемся со зрителем. После концерта все ребята уйдут на долгожданные летние каникулы, но встретятся уже в августе, чтобы подготовить выступление к празднику 1 сентября. А уже в октябре они собираются отправиться на музыкальный конкурс. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.